Заправка «Золотая стрела». В этом городе все мечтают, и иногда клиенты приезжают не только заправиться. Какой у нас пароль? «Страна грез». «Страна грез». Я еду в «Страну грез». Ты садишься в машину, может, выпиваешь, а иногда их нужно обслужить. Нет, я приехал стать актером. Мини-сериал от Netflix. Я хочу взять историю Голливуда и переписать ее. Студия «Ас». «Ас» предлагает фильм, который нам понравился. Он о славе и о том, как Голливуд меняет людей. Это наш сценарист Арчи Колман. Рад знакомству. Вы цветной. Прекрасно. Не говорите во время съемок. Мотор! Если изменить то, как снимаются фильмы... Кофе, мисс Делайла? Думаю, можно изменить мир. Ты сыграешь главную роль. Правда? Если хочешь чего-то, нужно об этом заявить. Я сделаю все. Я не просто звезда. Я делаю звездами других. Ну что, снимаем? Камера! Мотор! Наша студия рискует всем. Люди уже протестуют. Как вдруг все снова потемнело. От исполнительных продюсеров Райана Мерфи... Здесь нет ничего нового. И Иэна Бреннана. Я злюсь. Мне страшно. Но я не удивлен. Я не стану жить в страхе. Пошли эти белые начальники в жопу! Они играют не по правилам, чем мы хуже! Дело не в том, победишь ли ты. Важнее всего то, что ты здесь. В мае. Это Голливуд, сынок. Я могу осуществить твою мечту. Она потеряет весь смысл, если я так ее получу! Мы не станем терпеть. Это только начало. Мы не просто снимаем фильм. Мы вершим историю. И побеждает? Ты вбил себе в голову мечту, и она усложняет нам жизнь. Что если? Да, у меня есть мечта. Мы бы могли... И не только у меня. Переписать историю. Мечта в Голливуде одна на всех. Голливуд. Вивьен, познакомься с моим клиентом. Это Рок Хадсон. Привет. Так это вы были в «Унесенных ветром»? Да, да. Ты совсем больной? Это чертова Скарлетт О'Хара, тупоголовый ты идиот.